А я чем могу помочь? Понимаешь, я уже была в больнице. Врачи говорят, что поздно. Они отказываются. Поэтому, может быть, у твоей мамы есть какие-нибудь знакомые? Ну, ты понимаешь? Не хватает которые... еще мамы сюда впутывать. Надо было раньше думать. Тебе тоже надо было раньше думать. Ну, знаешь что? Ты хоть из меня отрицательного героя не делай. Я и так себя как в пьесе какой-то чувствую. Она ждет ребенка, а он не хочет. Он подлец, а она святая. Наверное, я прав, я все это заслужила. Что я могу сделать? Ну, не знаю, ну... Сходи на завод, поликлинику. Они же обязаны следить за здоровьем трудящихся.